А вообще на Украине существует ли некая такая единая позиция политическая? А не разные-разные мнения, а вот такая стратегическое поведение Украины в отношении Приднестровского региона. Ну, вот почему Санду приехала, поговорила с нашим президентом, и я уверен, что они что-то обсуждали, связанное с возможной блокадой, даже Приднестровье, это как бы... Но не стали об этом говорить. Мне кажется, что Санду выжидает тоже, какая будет позиция Байдена по, значит, Молдове, по России, по Украине, мы не знаем толком. Вторая, я думаю, цель – это и не декларирует, поскольку до визита Майя Санду уже высказывалась на тему о том, что хорошо было бы, чтобы российские военнослужащие, которые не относятся непосредственно к этой группе, которая называет Молдову, в всяком случае, Санду, миротворцами, чтобы они покинули Приднестровье. Это ее позиция. Ну, я думаю, что об этом шла речь, о том, что можно сделать для того, чтобы как-то, ну, может быть, не принудить, но подтолкнуть, ускорить процесс освобождения Приднестровья от российских военнослужащих. Ну, известна позиция Москвы на этот счет, Приднестровья. А вот какой-то реакции Киева мы не услышали, и вообще на совместной пресс-конференции этот вопрос не поднимался. Значит, видимо, все же речь идет о том, что пока Майя Санду и Зеленский не считают необходимым вот жестко озвучивать антироссийскую, как бы, ноту в первом визите.